Здравствуйте, рады мои. А кто нам не рад, тоже здравствуйте. В этом видео хочу поговорить, как сращивать брус. Ну вот этот дом у меня второй строй уже, достроить еще не могу никак. Первый дом с бревен был, этот дом тоже с бревен. А теперь смотрите, такие вот нюансы покажу, которые могут, может быть, кому-нибудь будут полезны, рады мои. Вот брус мы знаем 18 на 18. Не знаю, как у нас такой стандарт делать. Длина, значит, 4 метра евростандарта, а вот сам брус в разрезе, такой вот кубик 18 на 18 сантиметров. Ну что мы знаем, что вот этот бревно же было примерно вот такого размера. Вот такой вот. И горбыль срезали. А вот в этом горбыле как раз самая крепкая древесина. А это уже как прослаблено маленечко, что ближе к центру. А в центре как типа считается, ну как... Древесина похожа как бы к дилье такое. А самая крепкая, как, ну как эмаль зубов снаружи, все понятно, все знают. Так вот я когда следующий раз уже буду делать, уже скорее всего с бруса буду делать. Потому что спецов-то уже таковых уже, кто с бревен делает, уже маловато. Я этот дом второй делал уже, и уже, получается, обучал строителей. Ну не умеют с бревен делать. Ну вот, с бруса буду делать, скорее всего, третий дом-то. Да какой я буду делать брус уже? Заказывать буду брус. Думаю, он будет или дешевле, или, во всяком случае, не дороже этого бруса. Значит, вот с одной стенкой будет 18, тут тоже по 18. А вот это вот расстояние, радом, вот обрезаться будут вот три стены. А вот это оставлю. Вот этот. И вот здесь примерно расстояние будет сделать 22 сантиметра. Вот это вот. Здесь ошкурю потом. Тут они ошкуривать не будут, навряд ли. Здесь ошкурю, будут вот ошкуренная. И вот с этого такого бревна буду делать вот, вот так вот. Вертикальная стена. Вот эта внутренняя сторона внутри дома. И буду вот примерно вот так выглядеть все это. Я просто вот криво нарисовал. Вот так вот. Вот здесь будет ровно. Потому что везде 22 сантиметра. Здесь все ровно. Здесь... Во-первых, повторяю, древесина крепче. Крепче. Потому что тут наружная сторона дерева крепкая. И это будет все ровно, вертикально, идеально. И так, что можно тут брусочек-то бить, а потом садингом бить, допустим. Все удобно. Вот так вот. А теперь покажу, как сращивать бревна. Или брус между собой. Вот у меня первый дом строили, там опытные мужики, все нормально. И они мне вот так вот увидели, как они сращивают. Нужно срастить два бревна в стык. Что они делают? Делали вот так вот. Вот один конец бруса бревна. Вот второй конец. Их надо соединить. Они вот здесь выпиливали шип такой. Пилой. Вот так вот отпиливали. Вот это вот выбрасывается. А здесь вот такой пазик такой выпиливали. Тоже выбрасывается. Но это вид сверху. Потом соединяли. Получается вот так вот. Примерно вот так. Сверху. Тут вот если вот ветер будет дуть, задувать будет что-то. Видите, и ветру надо, тут, конечно, мохом там, войлоком, хоть чем тут набивайте, сжимайте. И вот это вот, видите, как ветер-то или что-то, вот, проходить уже, видите, как проблематично, потому что здесь все сделано. Ну, это известное всем, такое известное. Что же я, вот, рады мои, предлагаю?
вот этот второй дом уже так делали. Вот этот дом уже так делали. И гараж у меня там. Также я шпал гараж, также соединял стык бревна. Что же, например, смотрите. Вот, допустим, нарисуем вот сейчас дом. Вот так. Допустим, угол. Вот второй брус, допустим. Ну и здесь угол нарисуем. Вот такой. Мы же все равно будем шканты тут, на шкантах делать. Вот в углу даже вот так вот, на шкантах. Все равно эти шканты забивать. Да, кстати, вот я тут, мне колотили строители, так говорю, неопытные-то. И они даже не в курсях были. Вот если вид сбоку смотреть, вид сбоку, вот бревно, вот два бревна или бруса, вот отверстие сверлим, отверстие. Шкант забиваем, шкант. Не надо его делать заподлицо, рады мои. Его надо углублять сантиметра на два. В среднем, минимум. Ну, примерно, 1,5-2 сантиметра надо забивать его. Почему? Потому что, вот представьте, вот дерево садится, она, вот как карандаш, она вот сбоку вот так садится, усыхает. А в длину нет. Остается на том же уровне всегда. Так вот, бревно это даст усадку, осадку. Сначала осадку, потом усадку. И что получается? Вот если вот сейчас вот шкант нарисую, вот смотри, дерево село, брус, а шкант у вас будет торчать, рады мои, потому что дерево-то усохло, и второе бревно, которое сверху будет лежать просто, здесь будет щель, рады мои, щелочка, и никогда она уже тут не будет. Поэтому, а если вот здесь, короче, сделали бы все, как мы делали, вот если забиваем шкант, и все, ну, не пробивается дальше, расстояние вижу, просто берем этим же сверлом, и здесь надсверливаем. Сверху, это прям сверху. Берем сверло вот. И насверливаем. Сантиметра 2-3. Просверливаем, все, и потом бревно ложим уже. Опять в другой месте шкату. Так вот эти шканты вот это вот прибили. Что я же делал тут? Я говорю, вот, чтобы не делать вот эти вот шипы-пазики, берем просто. Вот соединяем два бруса. И в этом месте, рады мои, просто вот так вот сверлим. Прямо так в торец. Сверху. Прямо в эту щель. Вот здесь, где стык угловой, также вот так сверлим. Вот здесь также сверлим. Все, рады мои. Забиваем то шкант. Забиваем. Все, рады мои. Он также держит. Только вот здесь, видите, вот здесь будет вот такой шкан стоять. И не даст справа-влево уйти бруса или бревно. Так же. И тоже так же ветер, и так же. Вот. И ветер, и все, он уже, видите, как уже не будет такого сквозняка. Все, рады мне. Лайки, дизлайки, комментарии, подписывайтесь. Дальше еще что-нибудь такое веселое расскажу. До свидания, рады мне.